Соревнования по баскетболу среди юношей проходят в Биробиджане на стадионе «Дружба». Участниками состязаний могли стать все желающие – школьники, члены различных клубов и просто любители, собравшие свою команду, которых в итоге заявилось 7. Они разбиты на 2 подгруппы. Ну, сегодня вот заканчиваются игры в подгруппах, завтра уже финальные игры, и мы завтра уже узнаем чемпиона по 2006-2008 году рождения. Ну вот сейчас идет игра за выход в финал, вот сейчас играет первая школа, первая гимназия и 7-я школа. Интересная игра, победитель будет в финале. Пока за звание лучшей из баскетбольных команд, состоящих из спортсменов 2006-2008 годов рождения, соревнуются юноши. Девушки выйдут на паркет 1 марта. После этого к состязаниям присоединятся ребята 2009, 2011 и 2012 годов рождения и младше. По итогам соревнований из лучших игроков сформируют сборную Биробиджана, которая примет участие в областном турнире. Никита Натапов, Андрей Кирюшин, Денис Листюхин. Новости 21.